Где мой чемодан? Обскур? На месте. Дементор? На месте. Назгул и Мелоса? Тоже тут? Безликий? А, вот он. Вот черт! Опять нюхаль пропал. Штруди, полочки, бабуля. Она меня укусила, фу! Что это? Это сон? Ну и приснится же такое. А чего так темно? Ты женщина? Да сам ты женщина! Хотя, подожди, что у меня с голосом? Что? Что? О, неплохо! Что там за шум? Еще минута, и я встаю. Куинни? Как мне плохо. Мальчики, что вчера произошло? Стоп. А где мальчики? И почему здесь такой бардак? Где он вообще? Булочка моя, что с тобой? Ты же теперь пирожочек! Прости, ради бога. Криденс, с тобой все в порядке? Ничего страшного. Я привык, что от меня вытирают ноги. Давно уже здесь сижу, вас слушаю. Мальчики, то есть девочки, помните, как мы здесь оказались? И почему так сильно изменились? Я почти уверен, что я помню. Доброе утро! Кому кофе? Мистер Грейвс? Вы живы? Ну да, живее всех. Вообще-то... А кто эта красотка? Яков. Пухлик, а ты похорошел. Давайте не отвлекаться. Мы должны решить нашу маленькую проблему. Огромную! Нам нужно вспомнить вчерашний день. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Что здесь вчера произошло? Ваши варианты. Мозгошвыги. Оборотные зелья. Петрификус таталус. Трактибидок. Бахалай-бахалай. Ляськи-масяськи. Что? Я все варианты рассматриваю. Слушайте внимательно, двоечники. Я расскажу вам, что произошло. Здесь, в отеле, состоялась грандиозная тусовка вне Хогвартса! Профессор? И я, Альбус Персиваль Ульфрик Брайан Дамблдор, король вчерашнего вечера, на законных основаниях, иду спать в соседний люкс. Меня не тревожить. Я, кажется, начинаю что-то вспоминать. Последнее, что я помню, бар. Хромая устрица! Тогда давайте отправимся туда. Может, нам там чем-то помогут? И это, возможно, я там нюхли оставил. Кажется, я помню. Пойдем, Криденс. Ты же не хочешь задерживать друзей? Добро пожаловать. Вы что-то здесь потеряли. Мужественность, я здесь свою потерял! Тише. А вы здесь вчера были? У меня за день больше сотни посетителей, но, может, я бы и мог что-то вспомнить. Еще как были! Можно немного подробней? Но ведь я знаю... Вы спрашивали, можно ли устроить здесь помолвку, и просили меня положить обручальное кольцо в бокал вашей возлюбленной. Я помню кольцо. Такое красивое, с камушков. Для какой-то девушки. Галины? Для Тины! Как я мог забыть? И где кольцо? Нью, послушай. Ее глаза, бездонный океан, и вспоминать о них невыносимо.
мимо. Они карие! В душе вулкан, я угодил в капкан. Сгораю весь анализ, как красиво. Нюнка! Ой, не туман скорей, я думаю о ней. Душа моя поет миллионы песен. Мы будем вместе жить, любовь свою хранить. Да дальше мне уже сказать. С ней я могу свою жизнь менять. Завтра готовлю всюду нюхля искать. И берегись, он птицей, опасный маг из людей. Готов предать за друзей во имя славы своей. С неба достану звезду любую. Ее люблю я. Все бесполезно, Микью, ты не слышишь меня сейчас. Тебя прошу я, связи его придумаю я. Что за кольцо всех полюблю я. Ведь ее я так люблю. Великолепное шоу! Заходите к нам еще! Здравствуйте! Это же вы! Это вы его особ... А чего он на нас кричит-то? Может, я здесь его обороню? Я слышу голоса! Ой, я же умею читать мысли. Что же эти голоса говорят тебе, пирожочек? Гриндевальд сбежал. Не может быть, и что за подлые люди помогли ему с побегом? И где он может быть сейчас? Говорят, во всем виноваты обворожительная красотка, двое мужчин и юноша. Они не догадаются, что я Гриндевальд. Эти олухи освободили меня, и скоро я буду командовать парадом! Я все слышала. Это и есть Гриндевальд! Гриденс, ты все это время знал? Почему же не сказал? Действительно. Ловко я вас обманул. Кто молодец? Я молодец. Спасибо, что освободили. Вы навсегда останетесь такими, ведь мои чары вам не разрушить. Мы что-нибудь придумаем, милый. Чистая победа. Счастливо оставаться, олухи. Мальчики, я слышу стремительно приближающийся мат-перемат. Сестренка, спасены. Где вы шлялись? Я вас по всему городу ищу. Нюхаль без присмотра в банке полхранилища вынес. Воды? Что с вами случилось? Я же говорил, что они здесь. О, привет, Гриндевальд. Вчера все Министерство магии за тебя на уши подняли. Думал, мы тебя не узнаем в образе симпатичной барышни. Надеялся. Сам зайдешь в камеру? Или тебе помочь? Договоримся. Торговаться надумал. Пошел отсюда! Я тоже мог бы помочь, но решил дать дорогу молодым. Кажется, ты что-то забыл. Тина, дорогая, я должен кое-что сказать тебе. Секунду. Помогите! Иди, не до тебя сейчас. Где же оно? Где, где? Точно. Не согласишься ли ты провести со мной всю свою жизнь? Бок о бок, плечо к плечу, спина к спине, рука к руке. Это так трогательно, друг мой! Я очень рад за тебя! О, Ньют! Простите, что прерываю такой момент,
Но почему вы до сих пор в этом виде? Двоечники. Узрите мою мощь! Я мужик! Я мужик! Спасибо вам, дорогой! Вы единственный, кто мне помог! Я вас никогда не забуду! Правда? Ой, ну не стоит. Продолжай. А мы? Сейчас дядюшка Дамблдор все исправит. Трах тебе дох, ахалай-махалай, ляськи-масяськи! Я снова прежний. Я мужик! И я мужик! Ой, Тина, и ты мужик? Ньют, по поводу твоего предложения. Я согласна. Где кольцо?